Если бы кто-то лет 5-6 назад сказал мне, что именно Ульяновская область станет драйвером развития российской ветроэнергетики, я бы, наверное, только пожал плечами. Такими словами, авторитетный российский эксперт в области возобновляемых источников энергии Анатолий Копылов попросил Сергея Морозова раскрыть секрет, как области удалось стать центром развития российской ветроэнергетики. Выступление прошло на пленарном заседании 2-го международного инвестиционного форума «Ветроэнергетика-2019». Федеральные эксперты отметили, что в регионе удалось создать все необходимые элементы кластера, в который входят проекты, исследования и подготовка кадров. Уже введен в эксплуатацию мощности, показали нам перспектива дальнейшего расширения использования возобновляемых источников энергии. В ближайшие 5 лет, начиная в том числе и с 2019 года, мы построим не менее 7 ветропарков. Общей мощностью порядка 250 мегаватт, хотя ветроизмерения, которые мы произвели, позволяют нам построить сегодня ветропарки с суммарной мощностью 600 мегаватт. По плану, по словам главы региона, до 2030 года в Ульяновской области планируют обеспечить получение 30% энергии из возобновляемых источников. В целом же общее количество обеспеченных хорошим ветровым потенциалом площадок позволит построить ветропарки с суммарной мощностью не менее 1 гигаватт. Второй вопрос. Это создание условий для локализации и запуск проектов в перерабатывающей промышленности, чтобы обеспечить отрасль материалами и комплектующими. Центральным проектом локализации ветроэнергетики в регионе станет завод по производству композитных лопастей компании «Вестас». Это первое подобное мероприятие в России. Проектная мощность завода в Ульяновске – это 330 лопастей в год. Мы уже начали еще в 2017 году формировать сегмент подготовки кадров под потребности отрасли. У нас есть один из самых крупных в России технических университетов в Ульяновске, есть крупнейший Ульяновский наноцентр, и там уже сейчас работают специализированные кафедры ветроэнергетики, выпускники которых уже сейчас начинают работать и в компании «Вестас», и в компании «Фортум», и которые готовы прийти работать на строчке сегодня ветропарки. Подробнее о возобновляемой энергии в Ульяновске расскажут в конце весны. С 22 по 24 мая в Ульяновске пройдет международный форум возобновляемой энергетики ОРВЭ, куда съедутся мировые федеральные эксперты и инвесторы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.